В настоящее время в районе активными темпами проводится уборка пропашно-технических культур, подготовка почвы и сев озимых и зимующих культур. Главная задача фермеров – своевременно успеть, пока позволяют погодные условия. На сегодняшний день по району обстановка выглядит таким образом. По Кашхаблевскому району уборочная площадь кукурузы составляет 8627 гектаров, убрано 3462 гектара. Уборочная площадь подсолнечника составляет 7779 гектаров, убрано 7632 гектара. Урожайность кукурузы составляет 40,1 центнера с гектара. Подсолнечник убирается с урожайностью 11,6. Площадь, отведенная под сев озимых и зимующих культур по району, составляет 17 100 гектаров. Посеяно на сегодняшний день 4318 гектаров.